Ну, я слушаю вас. В кабинете губернатора делегация из села Алгату и Тулумского района. Главный вопрос, с которым жители отдаленного населенного пункта пришли к главе региона – тарифы на тепловую энергию. Номинально алгатуйцы в числе льготников. Выпадающие доходы теплоснабжающей организации компенсируют областной бюджет. Фактически же они этого совсем не ощущают. Отопление 39 рублей 93 копейки. Это когда вот, если привести пример, в Тулуне 31 рубль, у вас в Иркутске 26 рублей один квадратный метр. Руководитель профильного министерства Евгений Селецов объясняет, проблема может быть в устаревшем оборудовании. Из-за него увеличиваются потери в тепловых сетях, а как следствие растет стоимость тепла. Нужно строить новую модульную котельную по соответствующей инвестпрограмме. Но почему в конце цепочки люди-то оказываются всегда? Вот один неэффективно используется, как по Байкальскому уже разбирались. Конечно, можно до бесконечности этот теплоисточник начать монтировать и так далее. Нужно побудить. Наша задача с вами – побудить собственника к тому, чтобы он не просто получал прибыль, собирая деньги с людей, а приводил в соответствие. Документы, с которыми пришли на встречу жители Алгатуя, по распоряжению Сергея Ерощенко, будут переданы в прокуратуру. Она проверит, насколько законна деятельность компании, занимающейся теплоснабжением поселка. Но и кроме непомерно высоких тарифов, алгатуйцам есть что рассказать губернатору. Например, о работе пункта скорой помощи, в котором уже несколько лет нет телефонного аппарата. У нас 4 фельдшера. Но прежде чем, допустим, кто-то заболел, мы вынуждены бежать по поликлинику и смотреть, кто у нас дежурный врач, сбегать домой его найти, достучаться, то есть привезти домой. Или вот еще, в прошлом году в село приехал стоматолог. За счет бюджетных средств для него должны были оборудовать кабинет. Оборудовали или нет, этого жители не знают. Но на работу врач так и не вышел. Детей 8, сами ездим в Тулу. Михаил Иванович. Год работает человек. Разобраться в этой ситуации Сергей Ерощенко поручил министру здравоохранения Иркутской области Николаю Корнилову. В начале следующей недели в Алгатуе отправится специальная правительственная комиссия. Галина Тюрнева, Николай Крупченко. Новости сейчас.